Не, ну все вместе очень хорошо, визуально прекрасно, потому что это мне очень понравилось, как с каждым спектаклем все больше и больше осваивается это пространство. Оно стало очень живое, очень такое множественное, да, вот именно политеатр. То есть там какая-то там и полисемантика, и полистилистика, и поле-поле все. Вот, и то, что здесь и музыка, и свет, и слово, и проекции на разные экраны, на разные плоскости. Вот, оно очень хорошо сценически, медийно освоено, это пространство. Это мне очень понравилось. Ну и чисто по содержанию, конечно, это очень интересно, актуально. Ну, оно в такой же мере прямолинейно, как, скажем, прямолинейные книжки Айн Рэнд, которые лежат в основе этого всего, то есть такой лобовой месседж идет. Вот. И здесь он, собственно, точно так же в лобовую подан, но, собственно, это суть этого театра, так что еще одна удача, я считаю.